А в эту субботу для зрителей телеканала «Тара» будет показан очередной выпуск военно-патриотической программы «Кахарман». На этот раз съемочная группа познакомит вас с жизнью пограничников, живущих в поселке Котяевка, который находится в 300 километрах от города. Это отдел пограничного контроля Курмангазинского района, который относится к воинской части 20/16 пограничной службы. Именно там находится контрольно-пропускной пункт Курмангазы, который проводит паспортные, таможенные и другие виды контроля на государственной границе. Бейбат Хамзаев более 10 лет трудится в военной сфере. Его работа состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы люди не провезли через таможню запрещенные средства и технику. Кинолог говорит, что неоценима помощь его четвероногого помощника Лети при задержке преступников. С начала года была пресечена перевозка 55 килограммов серебра, оружия и 500 граммов наркотиков через таможню. Лети, итмен уже 6 лет жұмыс жасадым. При задержании преступников хорошо помогает Леди. В течение 3 лет мы работаем с ней вместе. Для предотвращения нарушений границы мы проводим специальные тренировки. На таможне работают 4 специалиста-кинолога. Они следят за передвижением через границу 500 человек в день. На пограничников, которые охраняют безопасность границ и спокойствие нашей мирной страны, возложена огромная задача. Здесь работают как мужчины, так и женщины. Например, документы на таможне контролируют 4 девушки. Одна из них – Назым Апашева, которая приехала на работу в Курмангазинский район из города Шымкент. Имеет юридическое образование, 3 года назад устроилась на работу по срочному контракту. В этом году продлила еще на 5 лет. Все это благодаря любви к своей профессии, говорит она. По словам Назым, эта работа требует собранности и скорости, потому что это имеет большое значение в работе наблюдателей, которые должны выявить и задерживать нарушителей. Біздің жұмыста қиындықтар кездескенде қылмыскерлерді біз алдын аламыз. Өйткені біздің... На работе внимательно проверяю каждый документ, потому что нелегально пропустив одного человека из-за границы, мы можем нанести ущерб всей стране. В начале моей работы здесь мои родители были против военной службы. После того, как они увидели плоды моего труда, уже гордятся мной. Это побережье охраняют пограничники. Сейчас мы движемся по реке Кигач. Как вы знаете, одна ее часть относится к российской границе, вторая часть принадлежит Казахстану. Выявление нарушений на воде является обязательностью береговых охранников. Командир катера Куаныш Кумаров отметил, что главными качествами пограничников является внимательность, выдержанность, бдительность. С начала года зарегистрировано около 20 административных правонарушений в прибрежной зоне. Я сам приехал служить в 2008 году, исполнил свой долг перед Родиной в этом краю. Затем у меня проснулся интерес к работе пограничников, и я остался работать здесь. Работа мне нравится. Затем мы поехали к пограничной заставе Кудряшова. Когда мы приехали для пограничников, проводились учебные тренировки по розыску. Отделение «Равняюсь», смирно. Тема сегодняшней тренировки – изучение ухищения, применяемых нарушителям государственной границы. К изучению следов приступить. Если следы вдавленные, смотришь, то значит это один или два человека. В данном случае у тебя, видишь, следы ведут в сторону, смотри, в сторону государственной границы. На первый взгляд все следы человека выглядят одинаково, однако по этим следам пограничники быстро находят преступника. Так, например, в этом месте остались следы 2 ног. То есть количество людей, пришедших на вторую часть границы, также превышает 2 людей. Таким образом, изучая следы, пограничники выясняют направление нарушителя, время прохождения границы, методы прохождения и прилагают необходимые усилия для их поимки. Пограничный наряд, равняйсь, смирно! Приказываю заступить на защиту и охрану государственной границы Республики Казахстан.
Заместитель командира воинской части 20/16 по воспитательной и социально-правовой работе Ерхат Арафиков сообщил, что в настоящее время проводится призыв на пограничную службу. Это отличная возможность для тех, кто имеет способности к военной службе. Если человек прошел армию, его знания соответствуют этой отрасли, то для таких людей у нас есть работа. Главное было бы желание. В работу пограничников также входит проверка документов жителей на побережье, поэтому надо с пониманием относиться к этому. Большую роль играют пограничники в охране ценных природных ресурсов на Каспийском море. Они вносят свой вклад в сохранение видов рыбы, занесенных в Красную книгу. Также прикладывают усилия в борьбе с браконьерством. Нургуль Рамазанова, Сухи Акаттарызы, Талгат Куанышев, служба новостей.